конечно, побеждать всегда приятно. Тем более для нас, для этой команды, это первый турнир, первая победа. Надеюсь, в дальнейшем их будет еще больше. Какой матч у «Спартака» получился лучше других, на твой взгляд? Ну, сложно сказать. Разные соперники, разный уровень усталости был. Вот. Так я не могу кого-то выделить. Ну вот, конечно, приятно обыгрывать чемпиона России. Ну, на «Динамо», наверное, и настрой такой же будет и в чемпионате, естественно. Ну, конечно, все-таки московское такое дерби возвратилось. Вот, поэтому, ну, мы на каждого соперника будем настраиваться, потому что сейчас в нашей лиге нет слабых. Может, кто-то недонастроится, там, неудачно сыграть, а так все бьются, бегают, стараются. Поэтому на всех одинаковый настрой будет. Леш, ну эта победа способна какую-то уверенность придать, что, может быть, ну как-то и психологически будет попроще дальше, есть с чего стартовать? Ну, надеюсь, победы всегда придают уверенности. Будем продолжать работать в том же направлении. Хорошо, а если все-таки критически на игру посмотреть, над чем «Спартаку» надо в оставшееся время серьезно поработать? Над большинством, да. Но с «Минском» получалось неплохо. Ну, с «Минском», да, с «Динамо» не получилось. Но все равно этот компонент надо отрабатывать постоянно, потому что можно выиграть игру только за счет большинства. Да, реализовать свои два шанса там из пяти, и считай, уже 2-0. Так что будем работать над этим. Титов просит активно прессинговать в зоне соперника. Скажи, пожалуйста, такая игра вообще много сил отнимает? Ну, если без головы бегать, то да. А если все грамотно, все грамотно располагаются, и каждый знает, кто куда бежит, то такая же игра, как и обычно.